через три. Составила алгоритм поездки. Привет всем. Мы сегодня поедем на МАЗе. Значит, выезжаем мы из Екатеринбурга и поедем в Ханты-Мансийск. Помчались, а то время поджимает. У нас 15 минут до заказа. Поверните направо. Всем привет! Мы отправляемся в новый рейс. Наш рейс будет на грузовике МАЗ Простор. Полуприцеп, тентовый фургон. Сегодня мы работаем на компанию Евростар. Наш груз – пустые палеты. Загружаемся в городе Екатеринбург и доставим наш груз в город Ханты-Мансийск, Россия. Длина рейса – 1000 километров. Водителя зовут Сергей. Приятного просмотра! Алгоритм поездки готов. Палеты 22 тонны. Тяжелые мы сегодня. Ладненько, поехали помаленьку. Через 300 метров. Поверните налево. Поверните налево. Через 300 метров. Поверните направо. Поверните направо.
битум, ну ты как поворачиваешь, блин? Как на мопеде, жип и поехал вправо. Ох, ёперный театр. Что тут происходит? Направо.
Маршрут перестроен.
Через 300 метров поверните направо.
здесь заночуем, потому что у нас дальше, там почти 300 километров, где-то в районе 300 километров стоянок нет вообще. Так что лучше мы сейчас заночуем, а с утра поедем. Поверните направо. Простите. Понятно, что ничего не понятно. Понял. Стоянка кривая какая-то.
Через 300 метров поверните налево. Поверните налево.
300 метров. Поверните налево. Поверните налево.
Если тебе понравилось это видео, поставь, пожалуйста, свой царский лайк.